Когда взрослый мужчина женится на девушке намного младше себя, он чаще всего понимает риски. Общество никогда не было в восторге от неравных браков. Впрочем, любви покорны все возрасты, и рациональные аргументы работают очень плохо. Недаром про влюбленного иногда говорят «потерял голову». Историю Клима, который обратился к нам с сомнениями по поводу молодой жены, смотрите сегодня. Клим, вы обратились к нам, потому что вас что-то беспокоит. Расскажите вашу историю. Я к вам обратился с этим вопросом, потому что мне кажется, что мне изменяет жена. Расскажите поподробнее, как у вас строятся отношения. Ну, мы познакомились 3 года назад. Я бывший военный. Я занимаю должность начальника службы охраны торгового центра. Да. И Валентина в то время, посетив этот торговый центр, она потеряла или забыла там свой телефон. Потом она обратилась в нашу службу, и, собственно, с нашей помощью мы нашли этот телефон. Собственно, так и начиналось наше знакомство. Интересно. Ну, через полгода, в общем-то, мы поженились. Все было нормально, но в последнее время я стал замечать странности вот, у Валентины. А вы одного возраста примерно с супругой? Вот. Дело в том, что у нас огромная разница в возрасте. Да, да. Огромная. Да. Ей 27 лет, а мне... Угу. Ну, бывает и так, что... Да, да. Жили душа в душу. Ну вот я же говорю, в последнее время я стал замечать странности. Она стала какая-то скрытная. Все время стала прячет свой телефон. Хотя раньше она все время его бросала, где попало. А теперь она даже в душ с собой его берет. Так. И тут вот буквально 2 недели назад произошел такой случай, что я, конечно, я до сих пор в шоке. Прихожу как-то домой пораньше. Валентина вся полураздетая. И самое интересное, в душе моется ее подруга. Да, ситуация. Да, но у меня сразу возникла мысль, ну неужели это настолько у меня жена лесбиянка? Ну, естественно, она это отрицает и объясняет это тем, что подруга пришла к ней на фотосессию, сама она работает, ну, в общем, продает товары на Marketplace. А, но... и делала фотосессию, чтобы продажи... Да, да, да. Ну, я как-то, ну, честно говоря, как-то в это мало верится. То есть вы подозреваете вашу супругу с изменой с другой девушкой? Да, да, с другой девушкой, да. И я считаю, что вот измена с другой девушкой – это не такая уже какая-то там легкая шалость. А это измена, как реальная измена с мужчиной. Поэтому, если я вас прошу... Я вас понял. Хорошо, давайте мы последим за вашей женой и попробуем выяснить, что же за ситуация и что действительно связывает ее с подругой. Валентина выходит из подъезда своего дома. Валентина приходит на работу, на радио. Детективы устанавливают в квартире камеры. После работы девушка возвращается домой.
следующий день Валентина приезжает в торговый центр, разговаривает там по телефону. Алло, Наташ, приветик. Ну ты как? Ага. Да нет, я по торговому центру хожу. Слушай, ну что там насчет поездок-то, как думаешь? Поедете или нет? А, да я, честно говоря, я не знаю. Мы с моим думали в Доминикану махнуть. Ну, сама понимаешь, да, сейчас и с деньгами как бы. Ну, думаю, блин, хочется, конечно, очень. Ну, да, да. Пофоткать? Блин, Натах. Ну, не знаю, мне кажется, это очень плохая идея, потому что, конечно, в тот раз муж надумал себе бог знает что. Он до сих пор не верит, что мы с тобой не лесбиянки. Угу. Я вообще не знаю, как ему это объяснить теперь. Да, давай. Ну, придумаем, хорошо. Ну, только не у нас. Ладно, договорились. Угу. Я вчера скажу, что оформляю. Давай, пока. Погуляв по торговому центру, Валентина возвращается домой. Здравствуйте, Клим. Здравствуйте. Смотрите, какая история. Новости для вас положительные. Сегодня мы зафиксировали интересный телефонный разговор Валентины. Она шла по торговому центру и общалась, очевидно, с Натальей, той самой подругой, с которой вы ее подозреваете. Так вот, давайте послушаем разговор, который между ними состоялся, и из него многое становится понятно. Пофоткать? Блин, Натах. Ну... Не знаю, мне кажется, это очень плохая идея, потому что, конечно, в тот раз муж надумал себе бог знает что. Он до сих пор не верит, что мы с тобой не лесбиянки. Угу. Я вообще не знаю, как ему это объяснить теперь. То есть очевидно, что ваши подозрения в их связи, скорее всего, не обоснованы? Ну, слава богу. Ну да, действительно. Чего это я? Ну что, тогда предлагаю завершить слежку. Мы установили, что те подозрения, которые у вас были, не имеют под собой почвы, поэтому что, давайте завершать. Ну да, только знаете, у меня появилось вот сомнение. Я могу пояснить. Дело в том, что вот буквально на днях, когда моя жена мылась в ванной, она оставила телефон, хотя она в последнее время забирает даже с собой ванну. Угу. Ну, я посмотрел. И меня смутило одно сообщение. Оно было без имени, только смайликом. И начиналось оно: «Привет, малыш». Вот это меня очень смутило. Поэтому я вас, наверное, все-таки попрошу, давайте продолжим наблюдение. Ну что ж, действительно, это тревожная история. Хорошо. Ваши опасения понятны, давайте действительно мы какое-то время еще последим, хотя «Привет, малыш», но теоретически, ну, может быть, от кого-то из родственников, хотя оно не подписано, это да, действительно странно. Ну, давайте мы еще какое-то время последим и будем на связи с вами. Да, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Наблюдение за Валентиной продолжается. В один из дней Валентина делает селфи в белье на кровати и кому-то отправляет. Вечером Валентина выходит из дома и куда-то идет.
Девушка приходит в клуб на стендап. Чуть позже общается за столиком с парнем своего возраста. Это один из артистов, который был сегодня на сцене. Его зовут Михаил. Позже молодые люди мило общаются. В какой-то момент Михаил берет Валю за руку, и так они идут по улице, по направлению к метро. Валентина берет такси, а Михаил спускается в подземку. На следующий день в квартире раздается звонок в дверь. Валентина идет открывать в легком халатике. На пороге Михаил. Клим, к сожалению, новости для вас плохие. Дело в том, что мы установили факт измены, и ваша жена Валентина действительно вам не верна. Сегодня к ней пришел тот самый участник стендапа, и между ними все случилось. Так он сейчас здесь? Ну, в данный момент да, они... Видимо, прощаются, он сейчас собирается уходить. Смотрите, Клим, может быть, есть смысл дождаться его ухода и тогда поговорить с вашей супругой отдельно, нет, спокойно. О чем вы говорите? Я хочу прямо сейчас разобраться. Хорошо, тогда прошу вас держать себя в руках, мы будем рядом с вами. Давайте попытаемся все это разрулить как-то мирным образом, хорошо? Встретимся. Клим, в порядке? Да. Кто эти люди? Что ты делаешь? Что это такое? Кто эти люди? Скажи мне, почему? Не снимайте меня. Это я хочу тебя спросить, что такое? Что происходит? Что происходит? Ты не видел, что происходит? Тебе прямо назвать? Ты не снимайте меня, сказала. Отстаньте от меня. Ну, вот такая получилась акция. Клим, как вы вообще себя чувствуете? Совсем трёпнулся. Кого ты притащил в наш дом? Я вообще с тобой хочу разойтись. Знаешь, кто ты? Ты дед старый. Валентина, мы можем объяснить, кто мы. Надо ваш муж попросил нас проследить за вами, потому что подозревал в неверности. Вот. Ты что, за нами следил? Это что, все видно было? Ну, как давно? Да, ваша измена зафиксирована на видео. Совсем выжил из ума. Ты старый пень. Через 10 лет я буду хотеть еще молодых мужиков, а ты будешь лежать на диване и тухнуть. Я ухожу нафиг от тебя. Ну что ж, Клим, это... как вы себя чувствуете, кстати, как Руан попал, да? Нормально, да, все, я...
Что вы думаете по поводу всей этой ситуации? Что нам сделать? Что будете вы делать? Я думаю, это конец. Да, я это чувствовал, я всегда чувствую. Ну, я морально был готов уже к такому исходу. Но на самом деле, действительно, огромная разница в возрасте. Обидно. Вот недавно только такие слова любви были. Ну, так все. Но такова жизнь, да. Все, разговора не будет. Нет. Хорошо, давайте я предлагаю тогда нам выйти, прогуляться немножко на свежий воздух, да, и вам разойтись. Может быть, вы почувствуете себя лучше. Пойдемте тогда наружу. Супруги не смогли помириться. Клим и Валентина развелись. Многие девушки, выходя замуж за партнера намного старше себя, испытывают настоящие чувства и эмоции. Речь в этот момент не идет о материальной выгоде, хотя состоятельность – важный фактор для защиты своего потомства, и это заложено природой. С другой стороны, если мужчина вдвое старше, его роль, скорее всего, родитель, и романтика отношений оказывается под угрозой. Что вы думаете о таких союзах? Пишите в комментариях к этому видео и не забывайте подписываться на канал. Увидимся!